Номинация «Молодым везде у нас дорога» стала в этом году самой многочисленной среди заявителей. 8 супружеских пар боролись за звание «Лучшая семья Архангельской области» на муниципальном уровне. Больше всех голосов набрали Марина и Евгений Минькины. Она – наша коллега, выпускающий редактор новостной программы ТВ «Коряжма». Он – варщик на картонно-бумажном производстве группы «Илим». В этом году их супружескому союзу исполнится 7 лет. Дочке Арише 4 года, младшему Александру нет и 2. Мы делаем все возможное, чтобы жизнь наших детей с рождение было насыщено яркими событиями, чтобы они чувствовали нашу заботу. Ведь долг семьи заключается в том, чтобы учить любить и быть счастливым. А счастлив тот, кто счастлив дома. В этом году конкурсной комиссии пришлось непросто. Выбрать лучших для участия в областном конкурсе предстояло из 13 претендентов. 5 из них – участники номинации «Семья – это семья». К созданию своего портфолио многодетные семьи подошли с большой фантазией и старанием. Общим решением жюри предпочтение отдано Елене и Эдуарду Хабаровым, воспитывающим 3 дочерей. Папа – замруководителя по административно-хозяйственной работе Дома детского творчества. Мама – ведущий специалист управления муниципального хозяйства и градостроительства. Семья Хабаровых стала вторым претендентом на конкурс «Лучшая семья Архангельской области». В этом году у нас заявились все семьи очень достойные, работы все очень хорошие, как видеопрезентации портфолио, так и видеосюжеты на тему. У каждого, конечно, свой подход, и мы это оценивали в соответствии со всеми требованиями, но все семьи очень активно подошли, и все молодцы. Как отметили в Управлении социального развития, каждый участник муниципального тура будет поощрен. Региональная комиссия подведет итоги конкурса по традиции к Международному дню семьи, который отмечается в нашей стране 15 мая. Добавим, что коряжемцам не впервой защищать честь города в таком состязании. В 2017 году супруги Мария и Алексей Захаровы, воспитывающие 3 сыновей, Леонида, Андрея и Илариона, стали победителями областного конкурса. Их жизненный принцип таков. Крепка бывает та семья, где нет владений буквы «Я», где правит только слово «мы», где есть совместные мечты.